Я рада за них, то, что у них люди ходят на многотысячные марши и митинги. И самое же главное, что начались забастовки рабочих. Просто митинги-то это еще ладно. На первый взгляд, работа посвящена, ну, центральная часть Беларуси, она такая большая, и на ней основной вектор внимания. Но на самом деле это триптих, он в первую очередь о России. Пока мы в цепях. Мы в цепях у Кощея Бессмертного. Россия находится в плену. Белоруссия, ей удалось вырваться из цепей, но вот там на работе дальше будет видно, в погоню за ней отправлены злые силы, так скажем, ну, аналогия со сказкой. И неизвестно, чем это закончится для Беларуси. У нас, ну, так скажем, два антирекорда. Первое, это вот самое недавнее, это Сахаров. Мы закончили рисовать, ну, где-то в 12 ночи в час. В 9 утра уже ничего не было, работа была закрашена. И еще второй антирекорд, тоже быстро. Мы закончили рисовать часа в 3 ночи, а где-то в 10, в 11 уже не было. Это был Жириновский.